Август в Новозаполярном начался с открытия спортивных площадок КСК. Оптимистичная статистика по коронавирусу здесь позволила приоткрыть двери раньше, чем в целом по округу, тем более, что спрос на спорт со стороны газодобытчиков, многие из которых увеличили продолжительность рабочей вахты, традиционно высокий. В первый день численность спортсменов небольшая, начиная с порога, они проходят все предписанные процедуры. В дальнейшем, в часы пик, дистанцию, особенно в тренажерном зале, будет выдержать сложнее. Спортивные инструкторы для этого советуют разнообразить нагрузки, подождать своей очереди за дартсом, бильярдом или в тропиках зимнего сада. Из всего арсенала возможностей большого комплекса это лишь глоток спортивного воздуха, командные состязания и культурные мероприятия пока по-прежнему находятся под запретом.